9 февраля в 17 часов 50 минут на 427 километре автодороги М5 Урал, вблизи поселка Мед, 50-летний житель Пензенской области, управляя автомашиной Ford Focus, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашины Scania G380, за рулем которой находился 46-летний житель Ульяновска. В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его 28-летний сын, следовавший в качестве пассажира, от полученных травм скончались на месте происшествия. Известно, что они возвращались в Москву, где работали вахтовым методом. В настоящее время с целью установления обстоятельств произошедшего назначена автотехническая и судебно-медицинская экспертиза. По словам водителя тягача, в момент столкновения легковой автомобиль находился в состоянии заноса. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. Андрей Савкин, старший следователь следственного отдела ОМВД России по Зубополянскому району.